Намо Бхагавате Васудевая. Ом Намо Бхагавате Васудевая. Нараянам намаскритя. Нарам чайва наротамам. Девим сарасватим вьясам. Тато джаям удираят. Нашта праешва бадришу. Нитьям бхагавата севаям. Бхагаватютамашлоке. Бхактирбхавати найстики. Ям правраджанта манупета мапета критьям. Двайпаяна вирахакатараха джухава. Путрети тан маятайо. Тараво бинедус. Там сарва бута хридаям муниманатосми. Хари Кришна. Мы прочитаем сегодня 44 стих из 5 главы 6 песни Шримад Бхагаватам. Праджапати Дакша проклинает Нараду Муни. Шри Шука Увача. Пратиджаграха. Тат. Бадхам. Нарада. Саду саммата. Этаван. Саду вадаха. Хи титикшета Ишвараха Сваям Шри Шуку Вача Пратиджаграхатат Бадхам Пратиджаграхатат Бадхам Нарадах саду саммата. Нарадах саду саммата. Этаван саду вадохи. Этаван саду вадохи. Титикшетешварах сваям. Титикшетешварах сваям. Шри Шуку Вача. Пратиджаграхатат Бадхам. Нарадах саду саммата. Этаван саду вадохи. Титикшетешварах сваям. Кто-нибудь еще? Окей. Шри Шука Хувача. Шри Шукадева Госвами сказал. Пратиджаграха. Принял. Тат. То. Бадхам. Пусть будет. Нарадаха. Нарада Муни. Садду саммата. Признанный саду. Этаван. Столь много. Саду вадаха. Поступивший, как подобает святому.
Хи. Конечно. Титикшета. Мог стерпеть. Ишвараха. Способный. Проклясть Праджапати Дакшу. Сваям. Сам. Перевод. Шукадева Госвами продолжал. О царь, Нарада Муни принял проклятие Дакши, как подобает великому святому, ответив ему словами «Тадбадхам». «Да будет так, как ты сказал, я принимаю твое проклятие». Нарада мог тоже в ответ проклясть Дакшу, но, будучи терпеливым и милостивым саду, он смирился. Комментарий Шрилы Прабхупады. В третьей песне Шримад-Бхагаватам мы читаем «Титикшавах каруникаха сухридах сарвадейхинам аджата шатравах шантах садавах саду бушанаха». Саду терпелив и милосерден, он друг всех живых существ, у него нет врагов. Он умиротворен, строго следует предписаниям шастр и наделен всеми добродетелями. Нарада Муни лучший из всех саду, преданных Господа. Желая даровать Дакше освобождение, он безропотно стерпел его проклятие. Шри Чайтанья Махапрабху учил своих преданных вести себя точно так же. Тринадапи суничина, тарорапи сахишнуна, аманина, манадина, киртания, садахари. Повторять святое имя Господа нужно очень смиренно, считая себя ниже соломы, лежащей на дороге. Надо стать терпеливее дерева, полностью избавиться от гордыни и быть всегда готовым оказать почтение другим. Лишь с таким умонастроением можно повторять святое имя беспрерывно. Шри Чайтанья Махапрабху призывал всех, кто распространяет славу Господа по всему миру или по всей вселенной, быть смиреннее соломы и терпеливее дерева, ибо жизнь проповедника нелегка. На его пути может встретиться много препятствий и трудностей. Подчас он рискует не только навлечь на себя проклятие, но и стать жертвой насилия. Например, когда Нитьянанда Прабху пытался проповедовать сознание Кришны двум беспутным братьям Джагаю и Мадаю, те в кровь разбили ему голову. Но он терпеливо снес удар и даровал им освобождение, сделав их замечательными вайшнавами. Так должен поступать каждый проповедник. Господь Иисус Христос вынес даже распятие на кресте. Поэтому в проклятии, которому Дакша предал Нарада Муни, не было ничего удивительного. И Нарада терпеливо принял его. Могут спросить, почему Нарада Муни не ушел от Дакши, а остался и смиренно выслушал все его обвинения и проклятия. Не потому ли, что он хотел даровать Дакше освобождение? Да, это действительно так. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур пишет, что оскорбленный Дакшей Нарада Муни должен был бы тотчас покинуть его, однако он намеренно остался, чтобы Дакша излил свой гнев и успокоился. Праджапати Дакша не был обычным человеком, он совершил множество праведных дел, и Нарада Муни надеялся на то, что, успокоившись, Дакша раскается и так получит возможность стать вайшнавом и обрести освобождение. Джагай и Мадай смогли стать вайшнавами, потому что Господь Нитьянанда молча стерпел нанесенное ими оскорбление. Увидев это, братья искренне раскаялись и пали к его лотосным стопам. Впоследствии они стали идеальными вайшнавами. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к пятой главе шестой песни Шримад-Бхагаватам, которая называется «Праджапати Дакша проклинает Нараду Муни». Шишука увача пратиджаграха тадбадхам нарадах саду саммадаха этаван саду вадухи титикшеш тешвараха сваям. Шукадева Госвами продолжал, о царь, Нарада Муни принял проклятие Дакши, как подобает великому святому, ответив ему словами «Тадбадхам», «Да будет так, как ты сказал,
я принимаю твое проклятие. Нарада мог тоже в ответ проклясть Дакшу, но, будучи терпеливым и милостивым саду, он смирился. Шрила Прабхупада ки джай. Можешь мне английский взять? Намо вишнупадая кришна прештая бутале шримате бхактивиданта свамини тинамине намасте сарасвати деве горавани прачарине нирвишеша шуньявади пашчатьядеша тарине ванчакалпатарубьяща крипа синдубьева ча патитанам паванебьо вайшнавебьо намо намаха джай шри кришна чайтанья прабху нитянанда шри адвайта гададхара шри васади гаура бхакта вринда харе кришна харе кришна 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 харе 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 рама харе рама 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 харе харе Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ajanu Lambita Bhujo. Ajanu Lambita Bhujo. Забыл. Я так про весь мамовати, мам про суптом Санджив, Акила Шакти Дарах Свадамна, Аням Счахаста Чарана Шравана Твагадим, Прананна Мау Бхагавате Пурушая Тувим. Самсара Дука, Джаладо Патитасья Кама Крудади, Накрама Карай Кавали Критасья, Дурвасанам Нигадитасья Нирашраясья Чайтанья Чандрам Мамадей Крипавалам. Асясти вишвасья калах прасида там деянту бутани шивам митудия. Манасча бадрам баджата тадокша джая вешья там наума тира пьяхайт. В этом стихе мы видим поведение Нарады Муни. И не случайно Шукадев Госвами, который рассказывает эту историю, два раза подчеркивает саду Самматах и саду Вадаха, что Нарада Муни был признанным саду. И потому он вел себя, как подобает саду. Саду Вадаха значит буквально, что он славен как саду. И его слава как саду проявилась в том, что он не принял оскорбление, которое ему нанесли. Эта ситуация совершенно стандартная в материальном мире. Шрила Прабхупада говорит, что до тех пор, пока мы находимся в материальном мире, нам нужно будет сталкиваться с оскорблениями других людей. И тема, на которой мне хотелось поговорить, это то, как мы должны поступать в подобных ситуациях. Потому что про нас, ну, то есть я не знаю, как про вас, про меня точно нельзя сказать саду Самматах, то, что он признанный саду. Самматах буквально значит, что со всех точек зрения этот человек является саду. Он сертифицированный саду. У него есть печать, он саду, у него есть диплом, он саду. То есть, иначе говоря, он саду не только снаружи, но и снутри.
Поэтому для него естественным образом поступать так, как он поступает, он действует в соответствии со своей природой, саду. Нет ничего особенного. Тут говорится, что он вполне, что он Ишвара, Ишвара своям. Он абсолютно способен был проклясть Дакшу обратно. Но вместо этого он спокойно выслушал все, покачал головой и сказал: «Да, все хорошо, я полностью принимаю твои проклятия и твои оскорбления». И отправился дальше, продолжая качать головой и думая: «Надо же, насколько глубоко въелась эта склонность оскорблять в Дакше, так что он перенес ее с прошлой жизни на эту жизнь». Теперь, что делать нам с вами? Большой вопрос, потому что мы не являемся, ну, еще раз, это допущение, но оно имеет под собой определенные основания, поэтому я говорю «мы». Строго говоря, я мог бы говорить только про себя, но я подозреваю, что некоторые из вас не являются садду самматах, и потому в ситуации, когда вас оскорбляют, у нас есть некий выбор, каким образом действовать. И выбор есть именно у нас с вами, потому что мы понимаем, что есть другой образ поведения, несмотря на то, что наша природа обусловлена, и у нас есть естественная реакция. Когда нас кто-то оскорбляет, мы хотим что делать? Оскорблять в ответ, да. Обидеться с одной стороны внутри, а с другой стороны оскорбить в ответ, или просто обидеться и подумать, какой я хороший, все меня обижают, и я жертва. Так, теперь это обычная стандартная реакция обусловленного человека. Любой обусловленный человек в этом мире имеет болезненное эго. Когда кто-то задевает его болезненное эго, то естественным образом хочется отомстить ему, или око за око, зуб за зуб, восстановить справедливость в этом мире, доказать свою правоту. Теперь очень часто преданные, имея перед собой пример великих святых, думают, что они должны поступать точно так же, как великие святые. И что это значит в нашем понимании? Это значит, что мы должны обидеться, проглотить оскорбление внутрь, сделать вид, что мы абсолютно не обиделись, и сказать: «Я тебя прощаю». И это, и при этом сохранить чувство жертвы, подумать, что, в общем-то, но еще и похвалить себя за то, что я поступил как настоящий святой. И это тоже абсолютно неправильный способ поведения, когда мы притворяемся святыми. Шрила Прабхупада в Бхагавад-гите говорит, что есть два способа поведения в этом мире. Когда мы видим кого-то, с кого нам хочется брать пример, то мы можем подражать ему, и подражание называется анукараном. Когда мы внешне воспроизводим поведение такого человека, а мы можем следовать по его стопам, и это следование называется анусараном. Анукараном значит буквально «я внешне просто изображаю из себя кого-то, я просто притворяюсь кем-то». Анусараном значит «я пытаюсь понять, что находится внутри у этого человека, что движет этим человеком, и стараюсь следовать сути, которая движет им». И при этом внешне мое поведение может отличаться от его поведения.
потому что моя суть еще не полностью совпадает с его сутью. Подражание, исследование по стопам – это две совершенно разных вещи, но так как нам очень сложно, будучи людям поверхностным, понять, что значит по-настоящему следовать по стопам, то есть поставить себе... Ладно, хорошо, сейчас попозже чуть-чуть скажу. Что значит следовать по стопам? Следовать по стопам буквально значит попытаться принять внутреннее состояние человека, которому мы хотим следовать, и воспроизвести внутри это состояние и попытаться действовать, исходя из этого внутреннего состояния. У нас есть перед глазами пример нашего духовного учителя, у нас есть перед глазами пример Шрилы Прабхупады, у нас есть перед глазами множество других примеров, в том числе пример Нарады Муни из Шримад-Бхагаватам и другие истории из Шримад-Бхагаватам, которые, по идее, должны учить нас. Но еще раз, учиться значит не просто воспроизводить внешнюю форму того, что эти люди делают, а попытаться понять внутренние мотивы, которые движут этими людьми, и действовать, как мы можем действовать, но руководствуясь при этом их мотивами. И в данном случае это не такая простая вещь. Слепо подражать кому-то легко. Оказавшись в аналогичной ситуации, очень легко вспомнить, что Нарада Муни при этом покачал головой, улыбнулся, сказал: «Да, пусть будет по-твоему, ты прав», и ушел. Но Нарада Муни при этом не обиделся. Нарада Муни при этом не разгневался. У Нарада Муни при этом не было никакой внутренней реакции. И даже если бы он в этом случае проклял Дакшу, то он тоже был бы прав, потому что саду всегда прав. Саду прав, когда прощает, саду прав, когда проклинает кого-то в ответ. Мы всегда неправы. Мы неправы, когда мы прощаем, потому что, как правило, наше так называемое прощение заключается в том, что мы разгневались, обиделись, рассердились, но по тем или иным причинам решили не подавать виду. И сказали: «Я прощаю». На самом деле мы не простили. У нас осталось внутри это чувство, у нас осталась обида, осталась негативная эмоция. И когда мы проклинаем в ответ, то, ну, соответственно, мы тоже неправы. Но тут уже очевидно, почему мы неправы. Потому что, опять же, проклинает наше эго. Одно эго реагирует на другое эго. И нам на уровне саданы нужно научиться именно этому очень непростому, сложному искусству анусаранам, следования по стопам. Что это значит в нашей ситуации? И разум нам дан именно для этого. Разум нам дан для того, чтобы мы могли не просто отреагировать так, как хочется нашей обусловленной природе или нашему эго, не просто отомстить другому человеку, или не просто притвориться, что мы простили. И то, и другое одинаково. И то, и другое ровным счетом никакой разницы не имеет. И притвориться, что мы не разгневались, тогда как на самом деле мы разгневались и подавили гнев, или разгневаться в ответ – это практически одно и то же. И я бы сказал даже, что первая реакция, когда мы подавляем гнев, она даже еще хуже. Потому что подавленный гнев, подавленная негативная эмоция никуда не уходит. Да, внешне мы как будто бы поступили как саду. Внешне мы как будто бы не разгневались на другого человека, мы проглотили это все внутри. Но в результате этого гнев просто ушел внутрь. Он никуда не делся. Энергия этого гнева внутри будет действовать и разрушать нас изнутри. На самом деле, в каком-то смысле, лучше и честнее было бы даже накричать на него. По крайней мере, в этом случае мы бы выпустили пар, и эта негативная эмоция не осталась у нас.
Но когда мы глотаем что-то и при этом обижаемся, мы эту негативную ситуацию прорабатываем много-много раз внутри. Мы снова и снова прорабатываем или репетируем ту же самую ситуацию, мы вспоминаем ее, и она отравляет наше сознание много-много раз. Если я просто разгневался, выплеснул свой гнев, и потом остыл, как Шрила Прабхупада объясняет, что расчет Нарады Муни был на это. На то, что Дакша сейчас потопает ногами, покричит на него, увидит, что он спокойно воспринимает это, успокоится и подумает, ну, наверное, я что-то делаю не так. Но расчет этот оказался неправильным, поэтому Нарада Муни, у него появился еще один повод сострадательно проявить свое сострадание или подумать сострадательно о Дакше. Но так или иначе, расчет его был в каком-то смысле правильный. Да, у нас может быть какая-то естественная реакция, но если мы подавляем эту естественную реакцию, но при этом снова и снова прокручиваем эту ситуацию внутри, то эта ситуация становится только еще хуже для нас. На английском языке обида называется resentment. И слово resentment очень интересное, очень важное. Что значит resentment? Это слово происходит от латинского слова resentire. Re значит повторять, sentire значит чувствовать. Обида значит, я снова и снова становлюсь в ту же самую ситуацию, снова и снова чувствую то, что я чувствовал, и таким образом просто усиливаю гнев. Обида – это тот же самый гнев, только подавленный гнев. И если я сразу же даю выход своему гневу, то этот гнев может пройти, если я нормальный человек, и гнев может смениться чем-то другим. Но если я прокручиваю этот гнев снова и снова и снова, с каждым прокручиванием, с каждым разом гнев становится все сильнее и сильнее и сильнее. Негативные эмоции становятся все сильнее, сильнее, сильнее. Поэтому я с вами сейчас делюсь своим опытом. Поэтому одно простое послание этой лекции заключается в том, что не нужно изображать из себя саду, если мы не являемся таковыми. Нужно попытаться следовать саду. И это значит, еще раз, это не значит, что нужно опять же реагировать так, как диктует нам наша обусловленная природа. Нам нужно по-настоящему глубоко почувствовать, что в этот момент чувствовал бы саду, или попытаться почувствовать, попытаться действительно понять, что должно двигать в этой ситуации саду, и как я на моем уровне сознания могу действовать в этой ситуации. Я не дам вам сейчас и не собираюсь давать каких-то универсальных рецептов, которым мы будем, опять же, следовать, подражая им. Беда в такого рода вещах или в такого рода рассказах или ситуациях в том, что у человека появляется соблазн механически действовать, как он услышал. Мы же должны следовать по примеру, правильно? И вот мы слышим, как Нарада Муни простил Дакшу. И мы думаем, ну хорошо, я тоже должен действовать так. При этом еще раз происходит различие. Что значит анукаранам или подражание? Это когда внутри у меня есть одно, а снаружи я пытаюсь показать что-то другое. Тогда как на любом уровне своего сознания человек должен быть честным и при этом действовать правильно. И нам очень сложно бывает совместить эти два утверждения, потому что, с одной стороны, честным значит проявлять свою
обусловленную природу, правильно? Так? То есть действовать так, как мне хочется в этот момент, так, как у меня идут, какие импульсы у меня появились в голове. А с другой стороны, мы должны действовать правильно. И мы знаем, как действовать правильно. Действовать правильно значит не гневаться, правильно? Так? А что делать-то? И очень сложно бывает найти действительно правильный способ поведения. Так вот, еще раз, чтобы определить этот правильный способ поведения, мы прежде всего, конечно же, в подобной ситуации должны попытаться задействовать свой разум. Потому что что есть обида? Это подсознательная реакция нашего эго. Это абсолютно независимая от нас, независящая от нашего сознания, автоматическая реакция, которая основана в конечном счете на ложных предпосылках. Что есть эго? Эго – это на самом деле средоточие нашего невежества. Эго – это некое, в третьей песне Шримад-Бхагаватам Капила Дев объясняет, каким образом возникает эго и что такое эго, в чем суть эго. Он говорит, что первым элементом творения является махататва. Это махататва, сатвичный элемент, в нашем с вами случае проявляется как читта. Читта или изначальное обусловленное сознание, она абсолютно прозрачна само по себе. И дальше он говорит, что когда читта в результате соприкосновения с низшими гунами материальной природы, с гуной страсти и невежества, загрязняется, то там появляется облако, которое затягивает прозрачное небо читты. Прозрачное сознание затягивается этим облаком. Это облако, состоящее из множества самскар, которые возникли в результате нашего соприкосновения с гунами материальной природы, и представляет собой эго. Узел эго – это некая темная, тамасичная вещь, которая заслоняет наше чистое сознание. Но при этом, несмотря на то, что эго заслонило наше чистое сознание остается. И разум или Будды – это тот самый канал или та самая связь, которая помогает нам так или иначе нащупать в себе это чистое сознание, понять или встать на позиции этого чистого сознания. Еще раз, у нас есть это тамасичное эго с его самскарами и с его автоматичными реакциями, подсознательными реакциями, которые уже записаны, со всеми программами, которые находятся внутри, со всеми автоматическими ответами, которые у нас заготовлены на все ситуации жизни. Что такое наше эго? Наше эго буквально значит некая форма реакций на все возможные ситуации жизни. Кришна дает нам всевозможные ситуации, в которых мы оказываемся. У нас есть уже заготовленные ответы на все эти ситуации. Они сформировались в результате нашего обучения здесь, в материальном мире, так или иначе. И все это представляет наше ложное эго, составляет наше ложное эго. Теперь есть наше чистое сознание, читта. И есть разум, который помогает нам так или иначе восстанавливать это чистое сознание. Шрила Прабхупада очень интересно пишет. А там вот людям не хватает места. Можно немножко сюда пододвинуться, чтобы люди там сели нормально? Это
чистое сознание или сознание Кришны. И Шрила Прабхупада иногда сравнивает, скажем так, наше Четадарпана Марджанам, когда сознание очистилось сознанием Кришны, называет сознанием Кришны. Шрила Прабхупада пишет в одном из комментариев к седьмой песне Шримад Бхагаватам, к тому разделу, где происходит конфликт между Прахладой Махараджем и его учителями в школе, Шандая Маркой, когда его учителя пытаются научить его действовать материальным образом. То есть они не понимают, почему мальчик действует совершенно по-другому. Почему мальчик не считает Вишну, который был убийцей его любящего дяди, своим врагом? Почему он не относится к нему как к врагу? И в соответствии с приказом, который дал Хираньякашипу Шандиямарке, они пытаются внушить в него это двойственное сознание. Этот враг — этот друг. Тот, который гладит тебя по голове, твой друг. Тот, который говорит тебе какие-то неприятные вещи, твой враг. Так? А Прахлад Махарадж слышит это и говорит: «Господи, как я слышал о том, что Майя очень могущественна, но теперь вижу на своем собственном опыте. Раньше я не мог понять, каким образом можно делить людей на друзей и врагов. Я не мог представить себе, как все это происходит, потому что нет друзей, нет врагов, все всего лишь души, все слуги Господа». Все так или иначе связаны с ним. Я всегда так видел. И вдруг приходят люди, серьезные, пузатые дядьки, учителя, и на полном серьезе говорят: ты должен любить своих друзей, ты должен ненавидеть и своих врагов, и что, и как. И вот теперь я понимаю, что вот она Майя, Господа Вишну. И Шрила Прабхупада пишет там, что в сущности это чистое сознание, к которому мы должны постоянно сознательно возвращаться. Это сознание, сформулированное Шрилой Рупой Госвами в стихе «Аньябилашита шуньям», «Гьяна карма джанавритам». Когда мы должны... Что это значит для нас? «Аньябилашита шуньям», у нас нет никаких желаний. Теперь, пожалуйста, поднимите руку, у кого нет никаких желаний. А что вы тогда здесь делаете? Это некое начало бхакти. «Аньябилашита шуньям», «Гьяна карма джанавритам». Желаний никаких не должно быть. Но что это для нас конкретно значит? Для нас, людей, грешных людей, у которых есть еще желания какие-то. Тем не менее, мы должны как бы возвращаться на эту позицию, в которой мы сможем действительно осознать, что у меня нет реальных причин действовать или руководствоваться только своими желаниями. Разум — это та самая способность, которая позволяет нам все-таки вернуться на позиции, которые мы изучаем в Бхагавадгите или на Бхакти-шастрах, или слушаем на лекциях, и посмотреть на эту ситуацию чуть-чуть по-другому и проявить свою обусловленную природу, но проявить ее уже разумным образом. То есть... Нарада Муни сказал: будь по-твоему, все хорошо. Мы, если бы мы оказались на месте Нарада Муни и при этом вспомнили бы духовную философию, которую мы, так сказать, теоретически исповедуем, мы могли бы сказать: «Дакша, слушай, перестань кричать, что ты орешь вообще? Сколько можно? Сам дурак». Можно было даже сказать ему это: посмотри на себя. Но при этом одновременно с этим не обидеться на Дакшу, понимая, что в конце концов он
а не случайно послан нам судьбой. А в случае с Нарадой Муни, он послан Нарадой Муни судьбой только для того, чтобы Нарада Муни мог научить всех нас, насколько сильны последствия оскорблений. В случае с Нарадой Муни вся эта история или место этой истории очень существенное в Шримад-Бхагаватам в том, чтобы научить нас, что последствия оскорблений могут тянуться за нами в течение многих и многих жизней и лишать нас реально возможности просто прийти в себя. Дакша – потрясающий персонаж, один из самых, пожалуй, ну что ли, противоречивых персонажей во всем Шримад-Бхагаватам. В четвертой песне он оскорбляет Шиву, так в результате этого ему отрубают голову, представляют голову козла, и он с этой головой козла начинает просить у Шивы прощения и возносить ему молитвы, и вроде бы все решается хорошо. В следующей жизни он опять рождается Дакшей, там, правда, не говорится, с головой козла или нет, но в любом случае он рождается тем же самым Дакшей и делает то же самое. Снова начинает оскорблять, на этот раз Нараду Муни. И ачарьи, которые комментируют эту историю, они говорят, что вся история нужна для того, чтобы мы поняли, насколько плачевны последствия оскорблений, потому что что делают оскорбления? Оскорбления полностью заслоняют наш разум. Дакша не в состоянии выйти за пределы неких кармических программ, которые в него заложены. Не в состоянии включить свой разум. Человек, который оскорбляет, и очень часто мы видим это, к сожалению, у меня есть очень большой опыт наблюдения за всеми этими вещами. Этот человек, его что-то переключает, переклинивает. Человек совершает оскорбление, и он абсолютно невозможно достучаться до него. Он чувствует себя полностью правым. Возникает некая ситуация, из которой практически нет выхода. Человек не может встать на нейтральную позицию, и он считает себя абсолютно правым, он обвиняет всех остальных, все преданные виноваты, и тот виноват, и этот виноват, и я жертва, и все остальные плохие, и сознание Кришны плохое, и это не работает, и то не работает. Но это все, как показывает эта иллюстрация, как эта история, как иллюстрирует эта история, это все результат оскорблений. А Дакша видит перед собой святого, который полностью не реагирует на это. Нарада Муни рассчитывает на то, что он придет в себя, он не приходит в себя. То есть это важный урок этой истории. Я сейчас говорю немного о другом. Я говорю сейчас об этом, о том, каким образом нам можно было бы и нужно было бы реагировать в этой ситуации. Нам точно не нужно было бы изображать из себя святого. Мы должны были бы сказать все то, что мы думаем по поводу Дакши и по поводу его вещей, но при этом одновременно с этим не обозлиться на Дакшу. При этом понять, что Дакша не случайно нам послан. Если бы мы оказались на месте Нарады Муни, то, и на самом деле мы часто оказываемся на месте Нарады Муни, когда какие-нибудь дакши этого мира проклинают нас и осуждают нас, то в этот момент, во-первых, мы прежде всего должны вспомнить, что не просто так все это произошло. Что сейчас Кришна через этого человека хочет нам сказать что-то очень важное. Кришна конкретно говорит через этого человека.
естественная реакция обиды – это реакция ложного эго, когда мы не понимаем то, что простой факт того, что в конечном счете мы все здесь находимся в школе Бога. И Бог хочет нам преподать какие-то очень важные уроки. В конце концов, Он хочет исправить нас. И если мы оказываемся в аналогичной ситуации, то мы можем дать какую-то волю своей обратной реакции только для того, чтобы успокоиться. Но самое главное, что должно произойти у нас внутри, мы должны вспомнить и мы должны подумать. На самом деле все это происходит не случайно. Я не просто жертва. Притворно простить человека значит все равно почувствовать или подумать, что я жертва, меня обидели, мне причинили боль, и я прощаю, я великодушный. Вот. Нам может даже казаться, что мы простили, но при этом мы периодически проигрываем эту ситуацию и одновременно с этим упиваемся своим положением жертвы и своим великодушием, которое мы проявили. Результатом того, что мы правильно повели себя в этой ситуации, было бы ощущение освобождения. Если что-то происходит со мной, если кто-то оскорбляет меня, и при этом я действительно правильно реагирую и пытаюсь понять, почему это происходит со мной, то когда я понимаю это, когда у меня есть это, скажем так, внутри, это молитва внутренняя, Кришна, дай мне возможность понять, что я должен понять. Сделай так, чтобы ложное эго не помешало мне понять это. И помоги мне действительно простить. Простить значит не обидеться, значит не разгневаться на этого человека, значит не сохранить некую негативную энергию, которую мы потом направим против него. Если у нас будет внутри эта молитва, обращенная к Кришне, а по сути дела именно эта молитва и должна быть нашим постоянным состоянием нашего сознания, «Киртания Садахари», «О Кришна, пожалуйста, дай мне возможность действительно правильно отреагировать на это и понять, что ты хочешь мне сказать. Открой передо мной внутренний смысл этого, что мне внутри нужно исправить». Когда мы увидим эту вещь, в тот самый момент, когда мы увидим, почему, собственно, это произошло и что Кришна хочет нам сказать, произойдет освобождение. Мы действительно посмотрим на этого человека как на ангела, который пришел к нам для того, чтобы просто освободить нас от какой-то анархии, которая у нас есть. Если этого не произойдет, то аналогичные ситуации будут повторяться снова и снова в нашей жизни. Снова и снова будет происходить то же самое, будут приходить люди, которые будут делать с нами то же самое, пока мы тупые не поймем. И мы сами никогда не поймем, если у нас не будет внутренней этой молитвы. Кришна, пожалуйста, дай нам возможность понять, а что же ты мне по-настоящему хочешь сказать? Я читал Антония Сурожского. У него в книге есть замечательный рассказ про некоего купца из истории, из жизни некоего старца Макария Оптинского. Этот купец написал своему духовнику. Слушайте, очень интересная история, очень важная для нас. Духовник или этот старец – это аналог нашего духовного учителя. Купец написал ему письмо. «Моя служанка ушла, хочу нанять новую служанку. Появилась какая-то подходящая девушка из деревни, можно мне нанять эту служанку?» Духовный учитель ему пишет: «Да, конечно, нанимай, это очень хорошо». Через 2 недели приходит следующее письмо. Эта женщина оказалась сущим бесом. Она меня раздражает, она бесит меня, она просто делает все неправильно, все не так. Хочу ее уволить, разреши. Но так как я ее нанял по твоему благословению, не могу ее уволить без твоего благословения, без твоего разрешения.
приходит ответ: ни в коем случае не увольняй ее, это ангел, посланный тебе самим Богом, чтобы ты мог понять, какие залежи злобы у тебя в сердце есть. Предыдущая служанка не смогла их из тебя вытащить, а это, у этой получилось. Поэтому, поэтому все хорошо у тебя. Вот. Еще раз, суть в этом, что когда мы чувствуем эту реакцию внутри, когда мы чувствуем обиду, когда мы чувствуем гнев, нам нужно искренне... Что значит оставаться честным в этом? Да, мы честно должны почувствовать этот гнев. И можем даже честно проявить его вовне, сказать, что вообще, что происходит. Мне больно. И на самом деле даже нужно сказать, может быть, не с гневом, но нужно сказать, зачем ты причиняешь мне боль? Почему ты делаешь это? Вот. Но одновременно с этим я должен также честно задать себе вопрос, а почему мне больно? Или, может быть, что-то, что говорит мне этот человек в данный момент, действительно имеет отношение к какой-то истине, и что-то, и я должен услышать его. Просто тупо проглотить эту обиду не значит стать саду. Очень интересная вещь произошла в переводе этого стиха на русский язык с английского языка. В английском языке Шрила Прабхупада в переводе стиха пишет, что «He could have cursed Prajapati Daksha in return, but because he is a tolerant and merciful sadhu, he took no action». То есть Шрила Прабхупада пишет, что он вполне мог в ответ проклясть Праджапати Дакшу, но потому что он был терпеливым и милостивым саду, он ничего не сделал, он ничего не предпринял, не сделал этого. А в русском языке говорится, он смирился. И чувствуете разницу? Смирился, значит... В нашем понимании проглотил обиду, проглотил гнев. Ну да, вот я смирился. Обычно это то, что мы понимаем под смирением. Смирение значит глотать, 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 копить, 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 потом взорваться и уйти из сознания Кришны. Или развестись с мужем, или еще что-нибудь сделать. Это не смирение. Это неправильное понимание смирения. Смирение значит, что у меня реально нет этой реакции обиды, у меня нет этой реакции гнева. И этой реакции гнева нет либо потому, что ее нет, потому что у меня нет ложного эго и нечего задевать, либо потому, что я понял внутри хорошо, почему это происходит со мной. Что в большей степени относится к нам, либо потому, что я действительно пытаюсь понять внутри, что все то, что происходит извне, не есть просто досадное недоразумение из-за того, что Бог немножко что-то не доделал тут, и у него в этом творении есть какие-то встроенные дефекты. Нет, творение Бога совершенно. То самое творение, в котором есть столько много зла, столько много жестокости, столько много зависти, творение Бога совершенно. Если мы понимаем это и понимаем, что это всего лишь навсего механизм, идеальный, совершенный механизм Кришны, который в конце концов создан для того, чтобы помочь нам вернуться к Нему, и что та ситуация, которая произошла в нашей жизни, это также идеальная, совершенная ситуация, которую я должен понять, не проглотить, не смириться с этим, а реально переварить и понять, что произошло, что происходит, что мне Кришна хочет этим сказать. Тогда в этот момент я почувствую освобождение. И в этот момент я по-настоящему встану на духовные позиции. На самом деле, сознание Кришны – это постоянный труд. И
мы сейчас не относимся к категории саду самматах, признанных саду, но мы, я не волшебник, я только учусь, да? Мы еще не саду, мы учимся. Но учиться значит учиться. Учиться значит трудиться. Учиться значит каждую ситуацию использовать как какой-то очень важный урок. Предание значит каждый день предание. Я говорил об этом пару дней назад на лекции. Предание — это процесс, когда мы в каждой ситуации пытаемся понять, какой выбор перед нами стоит. На самом деле мы не понимаем, что выбор, который мы делаем, по много раз на дню мы оказываемся в ситуации выбора. И в чем сложность практикующегося преданного или преданного, который занимается садханой, это то, что у нас, к сожалению, нет готовых рецептов. Мы очень привыкли к готовым рецептам. Нам очень нравится все переводить на автопилот. Когда человек является садакой, то есть занимается садханой, это очень сложная вещь. Когда он стал саду, саду легко. Этому Нарада Муни ему легко. Нам сложно. Ему легко, что ему? Улыбнулся, пошел дальше. Кому-нибудь еще проповедовать. На вине своей играет Харе Кришна, Харе Кришна. Нам нужно эту вещь, с одной стороны, увидеть свою автоматическую реакцию, которая в нас записана. С другой стороны, не поддаться на нее. С третьей стороны, понять, что это значит. С четвертой стороны, еще и понять, как нужно действовать в этом случае. Это too much. Что от нас хотят? Но это именно то, что мы должны делать. В этом заключается садхана. В этом заключается сознание Кришны на нашем с вами уровне. Сознание Кришны на самом высоком уровне — это естественное видение всего того с точки зрения Кришны, когда мы понимаем природу всего, как Прохлад Махарадж. Прохлад Махарадж, он естественным образом видит, что нет друзей и нет врагов, есть просто души. И все служат Кришне. И отец служит Кришне определенным образом. Вот он служит, и я не обижаюсь. Так? А нам нужны большие усилия, чтобы сделать это. И одновременно с этим мы также должны понимать еще одну вещь, что своими усилиями это невозможно. Это еще одна освобождающая вещь, которую я вам принес. Своими историями, своими усилиями это невозможно. Единственное, каким образом это возможно, благодаря общению. Если мы так или иначе будем общаться с теми людьми, чье сознание свободно от двойственности, то тогда только, и только в этом случае, у нас появляется возможность заниматься садханой. Занятие садханой, еще раз, это очень непростая вещь, потому что мы все время находимся в раздвоенном состоянии, все время есть наша обусловленная природа, и все время есть некая идеальная вещь, и какая-то дремлющая наша природа, любовь к Богу, которая внутри дремлет, и мы находимся в промежутке, и иногда мечемся из одной крайности в другую, не понимаем, как действовать. Как Арджуна говорит, не буду ли я как разодранное облако, которое уже от одного берега или от одного места отплыло, а в другое место не приплыло. Так? Иногда мы реально внутри ощущаем себя именно таковым. Мы уже не можем жить в материальном мире, но еще не можем жить в духовном мире. Что нам делать-то? Приходится в ашрам убегать, где как бы не там и не там, и вроде бы и не живешь в материальном мире по законам материального мира, но еще и по законам духовного мира можно не жить, потому что это еще ашрам здесь, поэтому все хорошо. Вот. Но еще раз, садхана — это трудная вещь. Единственное условие и единственный рецепт, с помощью которого мы можем заниматься садханой, это если действительно
образец или пример человека, который, чье сознание лишено двойственности, будет у нас перед глазами. В Шримад-Бхагаватам мы читаем эти истории, и эти истории очень могущественные истории. Если мы действительно будем проживать их снова и снова и снова, как Чайтанья Махапрабху, который читал 100 раз историю Прохлады Махараджа. Гададхар Пандит на берегу океана в Джаганнатха-пури сидит и, обливаясь слезами, читает стихи Шримад-Бхагаватам, а Чайтанья Махапрабху слушает его, и когда он доходит до конца этой истории, он говорит: «Еще раз, еще раз, еще раз». Для чего? Для того, чтобы в том числе научить нас, каким образом проживать эти истории Шримад-Бхагаватам. Истории Шримад-Бхагаватам — могущественная вещь. Нашта праешва бадришу нитим Бхагавата севая. Если я каждый день действительно служу Шримад-Бхагаватам, я избавлюсь от двойственного сознания. Если я не избавляюсь сейчас, если я до сих пор не избавился от двойственного сознания, причина этого только в одном, только в том, что я действительно еще не занимаюсь этим нитим Бхагавата Севая, этим постоянным служением Бхагаватам. Но помимо этого, как Шрила Прабхупада переводит в этом стихе, нитим Бхагавата Севая означает также служение, вечное, постоянное служение Бхагавате. То есть человеку, чье сознание свободно от двойственности. Есть книга Бхагаватам, которая учит нас, что значит подняться над этой материальной двойственностью. Это бесконечно сложно сделать. Кришна говорит, что «Те двандва моха нир мукта», как там, «Ичха двеша самутхина двандва мохина бхарата», «Саргиянти парантапа», что человек находится в этой двойственности с рождения, точнее, «Саргиянти парантапа», с момента своего нахождения здесь, в материальном мире. Эта двойственность, хорошее, плохое, люблю, не люблю, друг, враг, вверх, вниз, рай, ад, сзади, спереди, снизу, сверху. Так я недавно читал одну книгу про устройство мозга. Меня это в последнее время очень интересует. Очень интересно узнать, как этот аппарат действует. И там есть специальный раздел, который эту двойственность порождает. Эта двойственность нам нужна для того, чтобы существовать нормально в материальном мире. Мы не выживем в материальном мире без двойственности. Но при этом она обрекает нас на постоянное существование в материальном мире. Потому что, чтобы оказаться в недвойственном мире, мы должны избавиться от двойственности внутри. Мы должны избавиться от этого двойственного сознания. А каким образом сделать это? Есть единственный способ. Нитья Бхагавата Севая. Нитья Бхагавата Севая означает постоянное проживание Шримад-Бхагаватам, который сам по себе исходит из недвойственного сознания. Это порождение другого сознания. Это не есть просто какая-то книга материальная с какими-то историями, которыми нас должны развлечь. И одновременно с этим нити Бхагавата Севая означает служение человеку, чье сознание свободно от двойственности. Только в этом случае мы сможем действительно понять, что значит анусараном, потому что это сарам, эта суть, она войдет в нас. Сарам значит суть, которая должна войти в нас в результате изучения Шримад-Бхагаватам и в результате общения с Бхагаватой, чистым преданным, соприкосновения с ним, в том, что в конце концов мир совершенен. Мы уже связаны с Богом. Мы всегда связаны с Богом. Я частица Бога, я всегда слуга Бога. И Бог милостив, и Бог все то, что Он посылает, все это на самом деле Его милость по отношению к нам, которая должна привести нас к Нему. Вот. Это сарам, эту суть нужно всегда очень бережно хранить у себя внутри. Это та самая драгоценная суть, которую мы можем получить, если мы будем пахтать Шримад-Бхагаватам. Чтобы извлечь суть, чтобы извлечь масло из молока, что нужно сделать? Нужно пахтать, нужно трудиться.
чтобы эта суть вошла в нас реально, мы должны пахтать. Мы должны пахтать молоко Шримад-Бхагаватам, мы должны пахтать свои отношения с преданным. Слушать его снова и снова и снова, пытаться понять, что движет им, что находится у него внутри. Тогда только мы сможем действовать в соответствии с этим принципом анусараным, и наше действие будет следованием. В противном случае мы практически обречены на анукаранам, на подражение, на подражание, на всего лишь навсего жалкую или дешевую имитацию. И эта дешевая имитация, она может покалечить нас изнутри. Она может привести к тому, что наша раздвоенность станет еще больше. У нас сейчас уже есть раздвоенность. Очень часто человек приходит в сознание Кришны, его внутренняя раздвоенность или лицемерие становится еще больше. Потому что он видит какой-то высокий идеал, он понимает, что я не могу следовать этому высокому идеалу, он пытается, тем не менее, очень настойчиво проецировать вовне, что он уже там или почти там, и что вот-вот-вот-вот уже, чтобы все замерли в ожидании, когда он станет великим святым, и на всякий случай оказывали ему соответствующие почести. Внутри он понимает, что все не так, и происходит это еще большая раздвоенность. Но раздвоенность не нужна, сознание Кришны не об этом. Сознание Кришны вообще не про имитацию, не о том. Сознание Кришны о том, чтобы попытаться понять эту суть, и эту суть восстанавливать все время в себе. И попытаться найти опору в этой сути. Исследовать этой сути и оставаться верным этой сути в своих поступках, в своих мыслях и в своих словах. И эта верность сути, верность истины – это самое главное, что мы должны в себе воспитать. Это то, что мы должны воспитать, когда мы читаем Шримад-Бхагаватам, когда мы общаемся с преданными, которые также, каждый из которых несет какую-то часть истины, той самой истины или той самой сути. Мы должны научиться видеть эту суть в преданных и обращаться к этой сути, а не к какой-то внешней оболочке, которая у каждого из них есть. И именно это мы должны почувствовать, когда мы повторяем святое имя, которое пришло из недвойственной сферы бытия, сферы, где нет друзей и врагов, где нет верха и низа, где нет добра и зла, где есть только любовь, где есть только Кришна, где есть сознание Кришны, недвойственное сознание. Вот, я не знаю, смог я вам что-то объяснить или нет, но я сказал все, что хотел. Делайте с этим все, что хотите. Да, Мадхва-хаджи. Спасибо большое, Махараджи. Вопросы возникли по поводу вашего совета не проглатывать гнев, а выплескивать его наружу и делать это искренне, и это будет правильно, в то время как если гнев проглотить и не выплеснуть, то он, как вы сказали, будет постоянно копиться и приведет к еще большим проблемам. Но в этом контексте, а почему дальше поступил неправильно, он как раз так и поступил. То есть он выплеснул гнев на народу, и там ничего не говорится про то, что он при этом... Он не выплеснет. Есть, не выплеснет. И связано с этим второй вопрос, сразу, если можно. Также говорили про мусарном нукарном. Я помню, вы в семинаре «Уникар бедности» приводили, объясняли компоненты бхакти, бава, типа чешку руку. И приводили пример цитирующего Прабхупады, но я после всех остальных, если можно. Приводили пример от Шри Прабхупады, говорил, что если вы чувствуете чего-то, нужно действовать. Так, чтобы даже если вы не чувствуете радость на кирпич, нужно прыгать, даже хотя как будто она у вас есть. И в этой связи, может быть, правильнее было бы все-таки до какой-то степени подражать поведению религиозных. Окей. Спасибо большое. Спасибо большое. Um,
Что касается эмоций, то нам нужно научиться их проявлять, но проявлять не таким образом, как делает это Дакша, а проявлять, ну, как бы правильно. Если у нас есть эта эмоция, если кто-то причинил нам боль, нам нужно сказать о том, что нам причинили боль. Не обязательно при этом брызгать слюной или делать еще что-то. Но сказать о том, что, что мне больно, надо. Если, конечно, мы не полностью избавились от этой боли в результате какой-то внутренней работы. Когда я говорил о том, что нужно свою эмоцию проявить, я имел в виду именно этот момент, то, что нам нужно научиться, ну, скажем так, правильно проявлять эти эмоции. И Шрила Прабхупада тоже учил это делать. У нас иногда может быть, могут быть какие-то эмоции, при этом мы находимся в обществе преданных, и в обществе преданных очень важно не, так сказать, ну, как бы этот снежный ком не сделать еще больше. Я обиделся, проявил гнев, и другой проявил свой гнев, и пошло, и поехало, и оно идет дальше без конца. Нет, но при этом сказать надо, что вот, знаешь, мне больно, зачем ты это делаешь? Я уверен, что ты хочешь мне добра, но зачем ты мне это делаешь? Вот. И Дакша в данном случае, его гнев, и если это преданный, нужно как бы, опять же, попытаться достучаться до его преданности. В данном случае до преданности Дакши Нарада Муни не смог достучаться. Вот. Но наш момент, это то, что я не сказал, если у меня есть эта суть, то в конечном счете, когда я взаимодействую с другим человеком, я должен понимать, что это тоже представитель Кришны, и я в конце концов желаю ему блага. Вот. И исходя из этого понимания, я могу сказать для него, что зачем ты причиняешь боль. Что касается анукаранам, то для анукаранам есть место в нашей жизни, безусловно. Когда мы внешне принимаем некую форму, и на уровне садханы, да, мы принимаем форму деятельности саду, но при этом очень важно не ограничиваться этой формой, а понимать, что форма нужна только для того, чтобы мы яснее поняли суть. Да, мы можем поступить как Нарада Муни в этой ситуации, вполне, но при этом, еще раз, не ограничиться тем, что мы внешне поступили как Нарада Муни, но яснее понять, собственно, почему он не обиделся. Если мы поступим как Нарада Муни, и при этом наша задача будет заключаться в том, чтобы понять, почему он не обиделся, и мы поймем, почему он не обиделся, то тогда да. Вот. Но если мы все-таки обиделись по той или иной причине, то правильнее будет, может быть, не сразу, может быть, не с гневом, не со злобой, но все-таки сказать человеку: вот ты знаешь, мне было больно по той или иной причине, вот дать ему знать. Вот. Я спасибо большое на вашу лекцию. У меня такой вопрос. Вот вы описали, как быть следованными, ну, когда это в сознании Кришны сталкиваешься. И, в общем, я в Майпуре жил какое-то время, потом уже переехал сюда, и большую часть времени взаимодействуешь с материалистами. И с ними, если не конфликтовать и не огрызаться, то тяжело, ну, становится вообще вести дела и как-то... Невозможно. Потому что мы живем в материальном мире. И Шрила Прабхупада говорил, он на примере этой змеи, которую Нарада Муни на ее беду сделал преданной.
Ее бедную там преследовали все, и Нарада Муни увидел эту затюканную змею, несчастную вообще, пораненную, истекающую кровью, и говорит: «Что с тобой?» Она говорит: «Ну как, я ж преданная, не кусаюсь». Нарада Муни сказал: «Кусаться не нужно, но шипеть можно». То есть мы живем в двух мирах. Мы, как преданные, живем в двух мирах. И мы должны всегда понимать это. Мы еще не там, но уже и не здесь. А иначе говоря, мы и там, и здесь. И когда мы повторяем мантру, мы должны быть там. Когда мы общаемся с преданными, когда мы стараемся вступать в отношения с преданными, мы должны быть там. Мы исходим из того, что они преданные, они частицы Господа. Когда мы общаемся с материалистами, мы должны учитывать законы этого мира и как бы принимать законы этого мира, но при этом не поддаваться законам этого мира, не подчиняться законам этого мира. В том смысле, что мы можем проявлять некие внешние признаки, как бы огрызаться, но при этом у нас не должно быть злобы. Злобы по отношению к этому человеку или еще кому-то. Человек, он частица Кришны, он хороший. Но он действует, он не ведает, что творит. Вот. То есть, как бы это такое немножко... Поэтому я еще раз сказал, нам сложно. Святым просто. Корми просто. Нам сложно. И поэтому надо друг друга жалеть. Состраданием относиться друг к другу. Преданным сложно. Можно вам хорошо иллюстрацию ваших слов, только что вы сказали, привести пример на такого святого, по-моему, вашего ученика? Нет, хороший пример. Он в Украине живет, распространял книги по электричкам. И небольшой такой, невысокий, хрупкий, преданный. И к нему в электричке в одном тамбуре пристал хулиган, который был в два раза больше и толще, и стал убить. И преданный как-то так вот тропку пытался защищаться, ну, то есть закрываться, чтобы не попадало в него, проявляя принцип терпения. И потом, ну, не очень хорошо получалось. И мимо шла женщина, увидела эту сцену, она вцепилась в этого хулигана, стала его оттаскивать, а хулиган полез на нее и стал ее убить. И тогда преданный подошел к нему, похлопал по плечу, повернулся, и он его с двух ударов вырубил. Спас на стенке. Преданный был чемпионом Европы по кикбоксингу. Когда речь шла о нем самом, он уже в духовном мире. Когда речь пошла о защите другого, он донес до человека послание духовного мира. Понятному ему языке. И когда человек пришел с чувства, преданный стоял рядом по-прежнему. Потянул ему книгу духовную. Его терпение проявилось в том, что он дождался, когда тот пришел в себя. Терпеливо. Я там капец, может, двух мирах жить одновременно. Он до сих пор живет там, в Украине. Вашим рекомендантам его все очень уважают. Цена его терпения. Смирение. А как правильно пахтать изучающего? Сила Прабхупада объясняет, что нужно слушать Шримад Бхагаватам прежде всего. Но так как сам Сила Прабхупада объяснил стихи Шримад Бхагаватам, то мы можем просто снова и снова читать эти стихи. Постепенно-постепенно мы будем видеть, как Шримад Бхагаватам реально реформатирует наше сознание. Происходит полная, так сказать, реформа нашего сознания. Поэтому надо стараться слушать Шримад Бхагаватам, как его объясняют преданные, но также нужно просто читать Шримад Бхагаватам, понимая, что Шрила Прабхупада объяснил.
именно из служения, когда мы, ну, как бы открываемся Шримад-Бхагаватам. То есть точно так же, как повторять мантру не значит думать, что вот я сейчас повторяю мантру. Это значит думать, что мантра не сходит на меня и проходит через меня. Точно так же читать Шримад-Бхагаватам не значит, что вот он я, и я сейчас читаю, изучаю Шримад-Бхагаватам. Это значит, что Шримад-Бхагаватам приходит ко мне, проходит через меня. Как бы открывать свое сердце навстречу Шримад-Бхагаватам. То есть читать снова и снова, пытаясь услышать, что Шримад-Бхагаватам хочет нам сказать. Не вырвать у него это, а именно услышать то, что он говорит. Да. Махарадж, вот у вас есть две лекции, которые называются «Три встречи на духовном пути». И в одной из лекций вы прям классно так описываете, как нужно выражать свои чувства. То есть вы говорите, что мы начинаем не с обвинения человека, а сначала мы описываем факты и поведение человека. А потом мы говорим, что я при этом чувствую. И третья часть, типа, давай договоримся, что мы можем сделать. То есть это очень конструктивное выражение чувств. Вот эта лекция у вас была. Спасибо. Все, спасибо большое. Сила Прабхупада ки джай. Шримад Бхагаватам Грантараджа ки джай. Гуру Премананде. Бхактивиданта Свами Махараджа ки джай.